Так, все, вроде бы проснулся. Где же привет сосед наш? Не, ну что? Где же наш привет сосед? Опа. Так, чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Что это за звуки? Блин, не хватает еще. Пойду я. Я же псих. Пойду я за последней свечкой. Чтобы этот цвет не узнал, потому что я знаю вандализм. Так, надо посмотреть, что он там делал. Еще и за моим домом. Может, там поджечь что-то хотел? Сейчас глянем. Чего? На кладбище прям? Так, давайте. Брат Нейборгский. 2004-2018. Это его брат? Чё-то давно не слышу слуху, ни духу от соседа. Пойду и поставлю последнюю свечку. Сосед, наверное, там опять разлёгся, спит. Я слышу странные звуки. Так, братишка, покойся с миром. Нет. Беги, беги, опять этот псих, опять он будет ножом всех бить. Быстрее. Там где? Да, вижу, он за мной. Так, быстрее. Закрываем. Так, блин, все, закрываем, все. Где он? А! Уйди, маньяк! О, нет. Почему он мешает мне с моим братом? О, боже мой. Сосед, был бы ты нормальным человеком. Мы бы с тобой каждый день чай пили, как с Зиной. А ты, блин, дурачил. Какой Зиной? Ладно. Сосед, а что ты там вообще делал на кладбище? Мой брат, отстань от меня, ты мне всю малину испортил. А что ты хотел? С моим братом хотел попрощаться, а ты... А я что сделал? Я ж ничего там плохого не делал. Как не делал? Ты, блин, походил по его могиле. Я не ходил по его могиле. Ходил, и что ты там вообще забыл? Это личное собственно. Так в смысле, это не личное, это возле моего дома. Из моего дома. Ладно. Выйди из моего дома. Выйти, конечно, блин, не выйду. Так, только было открыто. Открыто! Привет. Вот сосед, конечно, глупец. Забыл закрыть. Да еще и на замок. Хотя бы закрыл, блин. Тут все открыто с прошлого раза. Он, видимо, забыл. Дебил. В смысле? Я не у тебя дома. Так, сосед, давай чай попьем. Давай, иди. А вот ты у меня дома. Так я к тебе пришел. Так ты бы предупредил. Ну я предупредил? Нет. Да. Ладно, давайте поподробнее моему брату расскажем. О, так бы и сразу, давай. Все, рассказывай. Был у меня брат, значит, Нейборгский. Да, теперь ты знаешь нашу фамилию, мы Нейборгские. И... Мой брат, как ты знаешь, умер в автокатастрофе. Он жил себе спокойно, но помер. Да, из-за тупорылой машины. Потом его посадили в тюрьму на 13 лет. Он все еще не вышел. Выйдет он через 10 лет. И знаешь что? Ну что? Вот, брат был фанатом Ивана Зоо. Ну, окей. Так, да. В смысле, такой Иван Зоо только сейчас начал хапить. Сейчас же 2021 вроде. Ну, он был... раньше Иван Зоо был в лайке. И он, короче, был подписан на него в лайке. И потом, когда он ехал в машине, он смотрел видео Ивана Зоо, так подставил телефончик и свайпал видео Ивана Зоо. И потом... И вместе с телефоном, там, где был Иван Зоо, он и шмякнулся.
Капец. Эх, ладно, сосед, не грусти, давай держись. Кстати. Эй, что, не уходи, я же забыл тебе сказать, чем он мыл жопу. Знаешь, чем он мыл жопу? Кирпичом. Кстати, а что ты с ножом бегаешь? Нет, он мыл жопу Дольче Милком. А что ты с ножом бегаешь? Потому что у меня дома водятся всякие крысы, и я их убиваю. Типа я крыса, да, что ты на меня с ножом накидываешь? Нет, у меня дома крысы водятся просто. А-а-а. Я привык с ножом ходить. Ну, понятно. А что у тебя? Ну что, давай пока, Санзет, уходи. Ну, я хочу еще походить, проведи экскурсию. Нет. Чего? А, хотя подойти. В общем, в эту комнату заходить нельзя. Можешь убрать нож? Можешь убрать нож? В комнату тоже заходить нельзя. А можешь убрать нож? Мне как-то не очень комфортно ходить с человеком, который с ножом бегает. А мне не очень комфортно, когда кто-то ходит по моему дому. Так ну, ты же мне экскурсию проводишь. Если сейчас будешь убегать, то вообще перестану проводить. Ну ладно, давай дальше. Смотри, ТБР, у меня комната вот такая вот, мы тут свет отключили. А его тут нету. Ну потому что мы перестали платить, они нам, ты дебил. Что? Отдай! На, все, это что? На. Это мой рычажок. А это что? Да все, не бей, на, забирай, у меня одну хп, все, держи. Зачем мы имеем вещи отбирать? Так я хотел посмотреть. Ну все, погнали дальше. Посмотрите. А в этой что комнате? А в этой? О, а нет, стой! Ну так что? Уходи, быстро выходи. А что там? Да сейчас я на личинке пущу. Ой. Это ты сам как личинка. Так, давай, проходи. Он меня прошел, вы видели? Найс, так, надо... Я хочу узнать, что в этой секретной... А! Нет, не надо, ну блин. А что там? Уйди назад, не забираю. Ладно, я иду. Ну, давай, уходи, говнюк. Сам ты говнюк. Ладно. Этот сосед что-то скрывает в этой комнате. Ну что? Странно это все. Что он там может такого скрывать? Ну как я видел, там есть его зеленая кровать или то, скорее всего, его комната. Но это все очень странно. Все это очень сильно странно. Может опять там пройти? Не знаю, не знаю. Пройти или нет? Ну я хочу зайти в эту комнату, это так интересно. Так, ну, надо обороняться от этого соседа, он вообще какой-то знает, псих, ножом бить. Снег начался. Вот, блин, ну-ка, ладно, капец, снег же, холодно, ладно, давайте попробуем пройти. Надеюсь, еще сможем. Блин, он, дверь, блин, закрыта. Видимо, он понял, то, что я прохожу через эту дверь. Ладно, давайте пройдем. Пожалуй, вот здесь только бы была дверь. Ага, окно, вот это комната. Все, вот эта дверь, да-да-да, это та комната, найс. Как же я удачно зашел. Ты думаешь, я так, тебя так, так, не так, лучше в шкаф запрыгнуть, он меня убьет, если увидит тут. Так, надо разработать план, что делать, если он меня найдет, что он... О, если он меня найдет, он меня убьет и закопает на этом же месте. Поэтому надо раздумать план, что же мне можно сделать, как удрать. Но если он будет возле меня, то тогда я открываю шкаф и выбегаю. А так он что-то там крикнул, что я думаю, что якобы кто-то его там не слышит. Я его, вот все. Он меня слышит, он сейчас сюда 100% придет. Конечно, очень странный у меня сосед. Могилы, свечки, это все очень странно. Вот блин, мне очень страшно. Если он меня тут найдет, я не хочу как-то подыхать в шкафу. Так, его давным-давно уже не слышно. Вот серьезно, что-то он притих.
Подходит, подходит. Его слышно все больше и больше. Он, наверное, сюда идет. Наверное, сюда. Блин. Он меня точно убьет. Я ему разбил окно и просто пробрался в его комнату. Но тут ничего нету секретного. Серьезно, ничего. Зачем я сюда пробирался? Это все из-за моей любопытности, походу. Если бы я сюда я бы и не шел. Может, он что-то и скрывает. Кто его знает? Какой шкаф? Слишком банально, что он в шкафу сидел. Да, ты очень банально. Не смотри сюда. Ладно. Но... Блин, сейчас или никогда. Но, беги, ага. беги. Кто куда? Быстрее. Как можно быстрее. Бежим. А то и он меня убьет. Или порежет ногу, что я вообще даже до дома не доползу. Быстрее. Надо сейчас домой добежать. Если я, конечно, останусь. Кто все, закрываем. Все, ух. Теперь тут надо перекантоваться хотя бы часика так 2-3. Вот урод, мне ок. Со своими часиками кандидат. Ух, ладно. Только мне уже взбесил. Макс, ну блин, я не знаю, что можно сделать, чтобы сосед успокоился. Вон его телек. И походу он сам где-то... Вон он сидит. Можно попробовать еще пробраться в дом, но блин. А, пойду-ка на кладбище гляну, что он там делал. Вроде бы он там... Как-то у него с ушами какие-то проблемы, что-то он все отлично слышит. Так, стоп. Мне кажется, или этот дуралей забыл двери закрыть? Реально? Найс. Все, походу, все, заживу. Так, быстренько надо узнать все его секреты, пока он там такой наивный на кладбище сидит. Так, офигеть. Ну, хотелось бы ему поломать телек там или еще что-то. Ну, ладно, ему дверь открыл. Что? Могила в доме? Что? Я слышу какие-то звуки. Ну нет, он идет. Блин. Блин, я высоко... Блин, ладно, надо валить куда-то, ныкаться. Он меня сейчас зарежет, прибьет. Где она крыша? Ну мне надо валить отсюда нафиг. Мне до этой... Ой. Ух, я чуть не упал. Если упаду, я хребет себе выверну уже. Так, главное, чтобы он сюда не пришел, чтобы я просто свалил. Главное свалить. Вот, блин, вот на деревья надо бы упасть, но я не уверен. Так, где он? Ладно, надо... Ай-яй-яй! Фух. Вон он. Да. Так. И оп. Ох, как-то больновато, конечно. Ну, кто меня заставлял туда идти? Все, надо... В деревьях может посидеть. Не знаю, он пойдет ко мне? Если пойдет ко мне домой, то мне придется тут остаться. Так, ну конечно и он. Что? Да. Что он там дакается? Нет, я в его дом не пойду. Это какая-то ловушка, 100%. Не-не-не. Я туда не пойду. Я стыбзил себе лопату, у меня есть теперь чем отбиться от него, если он будет быковать. Поэтому ладно, мне и этого достаточно. Ого! Что он там? Ты аутист? Я знаю, что ты был у меня дома, все, тебе хана. Да, сосед, ну не трогай меня. Так, закрываем, надеюсь, он не пройдет. Закрываем. Так, что теперь? Там же он окна выбил, точняк. Так, все, прячемся в кладовке. Надеюсь, он не найдет меня. Очень сильно, главное... Я весь дом его к чертям собачьим поломаю сейчас. Аутист. Что же делаешь? Я не знаю. Если он меня найдет, это все, ханды, конец. Хотя бы умру. Опять в кладовке умру. Че? Меня такое не устраивает. Надо... Хотя нет, он меня прям похоронит на том же кладбище, если я умру. Прямо за его братана. А мне такое не надо. Мне надо как-то выбраться. Если он меня даже найдет, то я его лопатой погрею нафиг. А тут надо дождаться его. Если он сюда войдет, его лопатой вырублю и все. Поэтому, блин. Конечно, у меня идея всегда туповая.
Ну это его шикарное, я просто все его комнаты закрою. Что? Комнаты? Потому ладно, что, если у я меня знаю, есть лопата, и я, в принципе, я буду знать, смогу что-то сделать. Ну, не знаю, проломать может, но надо... Ой, ну надо думать, что можно поломать. Ну, дверь я могу выбить, попробовать. Ну, блин, они как бы дорогие. Ну, о, пол, хорошая идея. Блин, тяжело же ломается. Надо быстрее валить, а то тут подохну за воду. Хотя еда есть, но я не хочу тут всю жизнь побыть. Давайте. Блин, тяжело же ломается. Что? Так, давайте. Сейчас, что оп, это все, такое, оп, ладно. Блин, тяжело я же. Я, конечно, знал то, что у соседа в доме дырки настолько. Эх, капец. Сейчас она нога выглядывает. Блин, надо валить, надо валить. Валим как можно быстрее. Что? О, нет, куда-нибудь забежать, лишь бы убежать. О, нет, я на воде. Ладно, занакусь в этот шкаф возле воды. Главное, чтобы он меня тут не нашел. Вот, блин, главное, чтобы он меня нашел. Он, наверное, там еще в моем доме бегает, меня ищет. Но поскольку он там что-то запер, хотя, не знаю, то ему, наверное, приснилось. Но я, конечно, круто от него сбежал. Главное, чтобы я еще сбежал отсюда. Вот как только сбегу, вот сразу перееду. Он такой псих. Он ворвался ко мне домой, там что-то еще пытается закрывать, с ножом бегает. Это вообще какая-то дичь. Закрывал. Я-то если даже бегаю по его дому, то хотя бы, блин, без ножа почему и такого открывал подобного. Почему он очень закрыты? Странный тип. Что? Что? Он неужели что-то про шкафы? Здесь где? В смысле, он где-то здесь, я его слышу. Так, где-то он здесь. Ух, если он меня сейчас найдет, то это все. Это все. Ой-ой-ой, он подходит. Нет. Да блин, что ты сделал? Это не я. Это Петро. О нет, тут опять секретная дверь, но у меня нет уже каких-то подзаковырок. Ой-о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 й. О нет. Сосед, ну давай, блин, жить дружно, как говорил кот Леопольд. Ты охренел, кому? Что ты у меня дома забыл? Да, что ты за мной гонишься, сумасшедший псих? А зачем ты у меня дома? Естественно, что за тобой гонюсь из-за того, что ты у меня дома. Если потому что ты что-то... Из моего дома и из территории моего дома я про тебя забыл. Ладно, давай тогда все обговорим. Обговорим это все за чашкой кофе. Я с даунами конченными обосранными не разговариваю. Прям себя описал. Да. О, кстати, что там? Что? Так ладно, потом прочитать. Что тут ключ? Надо валить. Чем не бывало, а то он меня тут прирежет. Так, ладно, я думаю, на сегодня достаточно. А то я его чересчур разозлил. Если он еще увидит, что я его ключ спер, то он меня убьет. И закопает нафиг. Ух, ладно, так, кровати, где, да, ключ от гаража, наконец-то я узнаю, что в гараже, ну, что это значит, ключ от гаража один, что это значит, или есть второй гараж у него, ладно, я еще узнаю, что, опять, что, он опять бежит, да что он из меня хочет, что ты хочешь? Сюда, аутист. С этого времени... Уйди от меня! ...полностью заколачиваем всю... Закрываем! Он псих! ...это рядом с моим домом. Уйди! Он охотился! Надо закрыться наверху. Походу, он не даст так спокойно жить. О! А, кровать моя. Да уйди от меня! Что ты ко мне дом побежал? Все, закрываем дверь. Блин, тут тупик. И воздуха, наверное, мало. Да не надо ломать. Пошел. Ну, блин, ну не трогай меня, сосед, уйди. Или ты тут будешь сторожить, что ли? Уйди. Я не сдамся без бою. Ладно, не сдавайся. Но я кровать себе забрал.
Поэтому я тут поспать еще смогу нормально. Хотя... Ты аутист? Аутист. Вообще психа не сосед. Сын псих, голова мне допустит, блин. Ты ко мне в дух пробираешься, так еще и мне не разрешать. Ты мне все разломал, потому что... Ты вообще аутист конченый какой-то. Почему ты у меня дома так спокойно ходишь и пытаешься у меня что-то скрыть? Ты аутист? Что? Ну что тебе нужно от меня дома? Выйти сказать со мной нет нормально, блин. А ты был у меня по дому. Ходишь дома? Ты же мне не... Что ли? Зачем ты мне дома находишься? Фух, все, в общем, можно спокойно лечь и поспать. Фух.